Берлин и о тех городах, которые она освободила. И после мир получил такого чуда. Спасибо. У нас уже осталось традиция такой. У нас музей скоро откроется, потому что практически в каждом городе мы получаем книгу о нашем месте, и у нас вообще библиотека садится. Ребята, всем спасибо за то, что в первую очередь, конечно, местным жителям, немцам, русским, всем, кто пришел сюда сегодня. Сегодня будний день, насколько знаю, да? А, выходной, да? Да, маленький. Да, потерялись. Все время едем. Вот. Ну, спасибо, что пришли поддержать. Это память, которую, в первую очередь, наша обязанность, да, как потом тех людей, дело, то есть сделали победу, которые совершили, безусловно, беспримерный подвиг. И что добавить, если поклон ветеранам. Вчера в Праге у нас был культурный центр российский, встреча была, и на этой встрече присутствовали ветераны, 4 человека, войну в Европе. Рассказали. Поклон за то, что вы имеете мужество, смелость говорить об этом и нести вот эту миссию мемориальную для себя. Потому что всем надо душе, пока мы прав. Но это наша солдатка. И ребятам, циклистам, кто у нас уже такая огромная группа стала, и завтра в Берлине еще она больше. Очень много интересного ребят. Всем спасибо за хорошую езду. За дисциплину, потому что это полицейские немецкие. Там проехали, там есть 50 километров. Я такой хороший дисциплин, поэтому вам спасибо за то, что вы нормально, хорошо дисциплинированно делаете. Вот. Ну и низкий поклон еще раз ветеранам, всех наступающим, святым праздником. Днем Победы, он уже завтра. Но завтра мы все-таки дойдем на тропу парк из Берлина, уже Красный начинает.